единого последнего звонка в этом году не будет. Если раньше, помимо прощания с родной школой, учеников приглашали в соборный парк, то в этом году общегородское мероприятие отменили. Последний звонок прозвенит только в образовательных учреждениях города. Это случится 23 мая в традиционном формате торжественной линейки. А уже 27 числа выпускников ждут первые экзамены по литературе и географии. Последним абитуриенты сдадут ЕГЭ по обществознанию. Экзамен состоится 10 июня. А 28 числа бывших школьников уже ждут на едином дне выпускника. Для всех выпускников общеобразовательных школ города Рязани пройдет он на площади Соборной в Кремлевском сквере. Для более чем 2500 учащихся это будут выпускники, педагоги, родители. И действительно, это будет большой праздник, который, мы надеемся, станет традиционным из года в год для того, чтобы выпускники смогли отпраздновать свой выпускной. Напомним, что единый день выпускника в этом году пройдет впервые. Инициатива принадлежит губернатору Рязанской области. Ее активно поддержала общественность. Уже разработана уникальная концепция и символика. Однако организаторы подробностей не раскрывают. Известно, что о программе праздника можно будет узнать из мобильного приложения «Большой выпускной 2019», которое презентуют на следующей неделе. Мы разрабатываем это мобильное приложение для того, чтобы в дальнейшем разместить в нем все фотографии, которые будут сделаны в рамках этого мероприятия. И выпускники смогут оставить свои отклики, пожелания, комментарии к проведению праздника. И, используя эту обратную связь, мы, конечно же, будем совершенствовать концепцию проведения этого праздника на следующий год. Стоит отметить, что в этом году встреча выпускного тоже изменится. Во-первых, если раньше школы сами назначали даты торжественных мероприятий, на которых ученикам вручали аттестаты, то теперь этот день будет единым. Выпускной пройдет 28 июня. Во-вторых, если раньше после концерта шли в ресторан, то теперь учеников ждут к 23 часам в Соборном парке на Большой выпускной 2019. Здесь разместится множество интерактивных площадок и лаунж-зон. Будут работать две сцены, на которых выступят как лучшие коллективы Рязани, так и приглашенные звезды. Будет организована большая игра и танцевальный марафон. Завершится мероприятие в 4 часа утра встречи рассвета. Планируется, что праздник станет ежегодным. Галина Кудряшова, Игорь Глотов, телекомпания «Город».